Всем привет, ребята! Мы с вами в магазине «Галерея Лафайет». И вот здесь я вам показываю сумки от бренда «Си бай Хлое». Это на английский манер, а вообще это французская марка. Конечно, мы все знаем люксовый бренд «Клое» или «Хлое», как вы говорите в большинстве случаев. Но французы произносят именно «Клое». И этот бренд нам представляет очень модные аксессуары. Вы сейчас видите цену на сумку 470 евро. Приблизительно такой ценовой диапазон именно у Си бай Клое или Хлое, как вам удобно. И это младший бренд люксового бренда Хлое. Здесь можно найти себе очень красивые аксессуары, такие как сумки и обувь в этом бренде. Они более по демократичной цене, чем у люкса. И они в не менее хорошем качестве, с не менее красивой фурнитурой и также с очень сложным дизайном, потому что Си бай Клое, как и Клое, отличаются красивым дизайном, многосложным. Это ведерочка от Стот, и оно стоит 350 евро. Я знаю, многие модницы 2-3 года назад носили такие ведерки с большим удовольствием, но они также остаются у нас в обиходе, потому что сейчас, на данный момент, нету таких, знаете, острых «это носим, это не носим». Все носят то, что им нравится, и это мне очень сильно нравится. А здесь я вам показываю очень стильный аксессуар, то есть цепочка и чехол для телефона, которым можно превратить ваш образ в очень стильный. Также здесь вы можете увидеть Карл Лагерфельд, вот такая вот маленькая малышка поясная сумка за 278 евро. Она есть в разных цветах, есть желтый, красный, оранжевый, серебряный, по-моему, даже есть. И вот такой вот, я не очень люблю бренд Карл Лагерфельд, но, тем не менее, бывают очень даже неплохие варианты, как, например, вот этот шопер. Он очень неплохо смотрится, причем его можно носить в двух вариантах, как вы видите, то есть в развернутом виде, и цепочка перегибает его на, вернее, даже не цепочка, а ремешок перегибает эту сумку на две части, и она получается более маленькая. Я вам еще хочу показать отдельно, не на все чехлы, конечно же, подходит эта цепочка, и вот на разные модели айфона, к сожалению, только айфона, другой телефон не предусмотрен для этого аксессуара. И вы можете купить, я вам скажу цену, 15 евро чехол и 35 сама цепочка. Я вам сейчас покажу манекен от Карла Лагерфельда. Здесь у нас и поясная, как вы видите, сумка, и обычная плечевая, маленькая тоже. И это очень, кстати, актуально, сочетание двух сумок в одном образе. Ну, может быть, немножечко, ну, тут даже три навесили, и шопер еще. Теперь мы перейдем к отделу Burberry, он у нас не очень большой, но тем не менее. Как вы видите, цена сумки 1000 евро, она очень маленькая, тканевая. Конечно же, здесь отчетливо видно, какая это марка, хотя, ну, как бы клетка, да, это отличительная черта этой марки. Подклад на тренчах, допустим, всегда именно такой имеет принт. И вот такая вот сумка, вы можете видеть, больше 1000 евро стоит. Похоже на авоську, по крайней мере, для меня. И вот, такой вот шопер, тоже полностью тканевый. И вы тоже можете видеть цену на этот шопер. Вот она. И мне кажется, здесь мы больше платим за бренд. Конечно, кто может себе позволить, пожалуйста. Здесь еще один шопер из такого кожзама с вытесненными монограммами Burberry. Также есть кепки, есть шапки разные модные. И передвигаемся к бренду Valentino. Валентина, отличительная черта, вот эти заклепки, да, вот такой вот значок, можно купить поясок с логотипом и также сумки обычные. А вот Yves Saint Laurent предлагает нам вот такие вот сумки. Я думаю, мечта многих девочек иметь такую сумку, 1800 евро ее цена.
Тут есть кошелек от Yves Saint Laurent за 595 евро. Тоже, к сожалению, не кожа у кошелька, а такая кожзам. Браслеты 295, 105, конечно же, не золото, а только лишь золотое напыление. Передвигаемся в отдел Gucci. У Gucci в этот раз вот такие вот кедики. Я вам стараюсь показывать все цены, я надеюсь, вам видно. Ну, здесь диапазон цен от 700 евро, начиная, и, конечно же, выше, смотря какая это обувь. Здесь есть много разных кед, разных фактур, сочетания, конечно, монограмм и так далее. И вот классические лоферы, которые многие модницы имеют в своем гардеробе, и они невероятно удобные по отзывам владелец. И мне кажется, конечно же, иметь что-то от Gucci — это такой, знаете, показатель любителей такого бренда. А кто смотрел фильм «Дом Gucci»? Я, к сожалению, я, когда он шел в кинотеатре, его не посмотрела, пока по телевизору я его найти не могу, но очень хочется посмотреть. Напишите, кто посмотрел, понравилось вам или нет. Мы еще ходим по галерее Лафайет, и она с новогодними декорациями. Сейчас поднимемся на второй этаж, и я вам покажу немного бренда Balenciaga. Вот мы на этом стенде, и здесь представлены вот такие вот шлепанцы. 550 евро с такими вот красивыми буквами показать, ну, как бы название бренда Baby. Есть, конечно же, кроссовки. На данный момент я вам показываю мужскую обувь. Но, кстати, эти шлепанцы носила бы и я с большим удовольствием. Сейчас вам покажу салатовые вот такие вот кеды-кроссовки. Такая у них цена. Тоже такой, знаете, диапазон цен, от начиная от 700 евро. Это уже у нас женская обувь. И сейчас перейдем, ну, вот эти вот кроссовки, они очень тяжелые, очень громоздкие, я не знаю. Я примерила, мне удобно, ноге комфортно, но они слишком тяжелые, как... Это мое личное субъективное мнение. И вот он, Chloe, даже не Сибой Chloe, а уже Chloe. Вот такие вот кроссовочки, кедики с прозрачным таким фатиновым дизайном. Переходим в следующий отдел. Здесь у нас представлены вот такие вот туфли-убийцы от Александра Маккуина. Вот такая у них цена. Туфли очень красивые, оригинальные, такие рок-стиль такой. Босоножки на меньшем, конечно же, каблучке. И такие они... Супер оригинальные, мне кажется. Также от Александра Маккуин можно приобрести вот такие вот кроссовки, полностью кожаные. Отличительная особенность — это такая подошва довольно-таки высокая и пяточка, задник другого цвета. Вот такие вот кроссовочки. Эти мне напоминают даже чем-то, вы видите цену, напоминают расцветку даже Burberry. Есть с розовой подошвой, с белой. Вот такая вот белая фактурная подошва с черной пяточкой. Есть также вот такие вот симпатичные эспадрильи от Yves Saint Laurent. Цена у них тоже такая достойная Yves Saint Laurent. Сейчас хотела вам снять вот такой вот манекен. Здесь от Chloe такая миниатюрная сумочка. Если вы смотрели «Эмили в Париже» вторую часть, то она именно с такой сумочкой, там, я имею в виду по форме и по размеру, ходит тоже по Парижу. А сейчас зашла в отдел «Le Redoute». И здесь вот такие вот красивые зеркала рыбий глаз, то есть такая линза. Они очень красиво смотрятся, если они в разных размерах. И здесь, кстати, это именно так и представлено, и на фотографии тоже. Здесь вы можете видеть цены, от размера зависит. Le Redoute очень хороший такой... Хорошая интернет-платформа, здесь у нас она в онлайне и в офлайне представлена, можно прийти, потрогать, пощупать, посмотреть, какого это все качества. Здесь вы видите вот такой, знаете, цвет пустыни для меня, такой оранжевый, цвет охры, довольно красивое сочетание разных картин, а здесь более такой африканский стиль с такими ручными картинами.
А зеленый, изумрудный, конечно, всегда великолепно смотрится в посуде, в интерьере. Очень красивая посуда. И вы знаете, она смотрится довольно грубо, но она тончайшая. Очень хорошее качество и, конечно, красиво смотрится. Вот эти два столика мне очень понравились из натурального камня столешницы. Они один в другой задвигаются. 389 евро стоит такой комплект. Очень неплохо смотрится. И то, что они два вместе, и когда их задвигаешь друг под друга, то занимают мало места. Также здесь представлены вот такие вот два оригинальных панно, которые мне понравились, и неплохие ковры, такие, знаете, как бы почуханные, но достойно очень смотрятся в интерьере.